Владимир Сапрыкин. Паритет. Читает автор. Душа у младенца всегда чиста. Бог так задумал, совсем неспроста. Люди взрослеют, и все жить спешат. Вольно, невольно, спеша грешат. И души людские меняются, но люди в грехах тех не каются. Поэтому души все разные, есть чистые души, есть грязные. У каждой из них своя стезя, что можно одной, то другой нельзя. Чистые души несут позитив, грязные души сплошной негатив. Верю, наступит священный момент, они заключат между собой паритет.